Южноуральцы отличились на международном фестивале «Звучит Москва». Фестиваль объединил около 30 тысяч участников 6-28 лет со всей России, а также из Китая, Беларуси, стран Европы и Прибалтики. В академическом хоровом пении был отмечен детский коллектив «Кантабеле» под руководством дирижера Веры Крупадеровой. И сегодня они у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, судя по количеству участников, более 30 тысяч, там была очень серьезная конкуренция. Конкуренция действительно была очень серьезной, но вы знаете, я хочу сказать, что на таких конкурсах очень часто сейчас применяется европейская система оценивания. Это так же, как на ЕГЭ. Разбаловка от и до. И несколько коллективов занимают, допустим, первое место или второе, или третье место. И тем самым название не чистый конкурс, а фестиваль-конкурс оправдывается. За счет этого, я так думаю, что приезжает очень огромное количество коллективов, и все рады попеть на таких сценах, на которых мы побывали. Сцены были грандиозные, потрясающие. А с какой композицией вы выступали? Мы пели в основном конкурсе, в основной номинации «Академическое хоровое пение» три произведения. Это было обусловлено положением конкурса, и там было обязательно духовное произведение российское. Это было народное произведение. И что-нибудь про мир, детство, дружбу. То есть объединяющее всех людей. Ну, давайте нам исполните что-нибудь для наших телезрителей, для нас. Мы с удовольствием послушаем. Произведение, которое мы исполнили на конкурсе, это «Ой, ты мой дубочек», литовская народная песня. Хорошо. Что расти не хочешь, почему ты вянешь, мое сердце ранишь, почему ты вянешь, мое сердце ранишь, нигнешь, почему ты от зимы или люта, от мороза злого, от дождя косого, от мороза злого, от дождя косого, нет, не дождь. Мой зеленый от тоски печали листья все. Не среди дубравы, где душистые травы вырос одинокий я в степи широкой. Ой, ты мой дуёчек, что расти не хочешь, почему ты вёшь? Мое сердце ранишь, почему ты вянешь, мое сердце ранишь, мое сердце ранишь. Спасибо вам. Браво, большое. Спасибо. Это была, я уверен, заслуженная победа. То, что мы здесь услышали, было прекрасно. А мы напомним, у нас в гостях был детский коллектив «Кантабеле» под руководством дирижера Веры Крупадеровой. Желаем новых побед вашим воспитанникам. Ведите это цветы жизни.